Всем привет! Очередное видео у меня на канале и очередная дегустация. И на этот раз долгожданный, по крайней мере для меня, солодовый виски Glen Eagles от Alvisy. И вот он, пожалуйста, 0,7. Давайте сразу нальем его и продолжим разговор. Итак, вы, наверное, могли заметить, да, сложно не заметить, стоят передо мной бокальчики, да, долгожданные глинкерны, которые я давно очень хотел. И сразу расскажу, да, историю. Вы уже видели, да, в предыдущем ролике, что мне прислали бокалы и фанагория свою продукцию. Так вот, еще одна компания, которая откликнулась на мою просьбу, была именно, вернее, не компания, а сайт, да, интернет-магазин, называющийся Glen Cairn Club. В комментариях мне часто писали, для виски однозначно нужен Glen Cairn. И я начал лазить в интернете и нашел. Они были первые, кто попались, написал, и ребята тут же ответили, что выбирайте продукцию любую, мы пришлем. Единственное, какое у них было условие, что за доставку сами оплачивайте. Ну, в принципе, 350 рублей, это вообще ни о чем. Без проблем доставили. Боксбери служба, по-моему, так она называется. Я приехал, забрал. Все быстро, все легко. Хочу сказать спасибо, что откликнулись. Глинкерны, вот такой вот наборчик, такой картонной коробочки. Два бокальчика, стоимость, по-моему, 1200 у них. И вот этот вот отдельно бокальчик, он мне прям запал в душу, когда я увидел. Нет, это не вазочка под цветы, если вы подумали. Это именно бокал, как он называется, Glen Cairn Mixer Glass, да? Вроде как на сайте написано, что он специально был придуман для канадских виски, но подойдет под любой виски, чтобы положить лед либо камни с широким горлышком. Идеально сидит в руке, но он и действительно так. И я помимо Glen Cairn попросил, чтобы мне прислали его. Ребята пошли навстречу без всяких проблем. И помимо всего, еще сразу скажу, что они тоже предоставили скидочку. Скидочку для моих подписчиков, да, 5% это скидка. Заходите на сайт, заказывайте и вводите промокод. Промокод у нас промо-питер. Все логично, все понятно, да? Вводите его и получите 5% скидку. Мы со льдом не собираемся пить сегодня данные виски, так как он у нас солодовый, да? А это как бы считается грехом. Пить напитки солодовые со льдом. И коробочку, пожалуй, уберем отсюда, чтобы она не мешала, да? По поводу бокальчиков, да, сразу еще добавлю, прям вот я, наверное, полчаса сидел, крутил их в руке, держал и так, и сяк, ну и удобно, и ножка, ну классные, глинкерны, прям бомба. Я думаю, если вы любитель виски, у вас должен по-любому быть глинкерн бокал. Ну и давайте переходить непосредственно к главному герою нашей дегустации, да, это виски, как написано, сделан в Шотландии, да, под строгим контролем Alvisy. В бочках, выдержка в бочках 250-литровых из американского дуба. Помимо всего, здесь еще 4 вида солодовых спиртов, да, купаж из этих спиртов. Скажем сразу о крепости напитка: 40-градусный, объем 0,7, покупал я его за 900 рублей по акции в ленте, попросил своего кума Степу, Степа, привет, он заехал, приобрел его и там в течение 2 месяцев смог только передать, в общем, почему он и получился таким долгожданным, да, ну и помимо всего в комментариях писали, попробуй, после Наки Томпсона, да, который мне понравился, попробую обязательно Glen Eagles, бомба вообще. Ну и, конечно, я заказал его. Наконец-то он у меня, и мы сейчас его с вами дегустируем. Давайте скажем немножко о отзывах этого виски.
В интернете они неоднозначны. Из 9 человек 66% только его рекомендуют. Ну и вообще, вся продукция Алвисы это неоднозначно, да? Потому что 50, наверное, 50. Кто-то восхваляет, а кто-то просто ненавидит эту продукцию. Я же держу нейтралитет. Почему не буду рассказывать про Алвису? Я думаю, понятно, да? Есть ролик, который здесь вот выскочит. Можете посмотреть, и все станет понятно. Мы не будем тратить на это время. А если вы хотите более подробно рассказа о виске и данного даже Глен Иглса и Наки Томпсона, то зайдите на канал Виски Мания, там Эдуард все прекрасно расскажет, у него это получается просто великолепно рассказывать эти истории. Ну и что, давайте плавно переходить, давайте сразу скажем о ножках этого напитка. Да? Ножки очень длинные, хорошие, все как положено, надеюсь здесь есть 6 лет. Да? О ножках сказали, как-то забыл о бутылке, да, добавить. Бутылка прям вот пятерка, прям вот бомба. Обожаю бутылки у Алвисы, они все практически красивые, четкие. И это с орлом, ну, блин, у меня какой-то своеобразный, да, фетиш, потому что для самогоноварения всегда нужны бутылки. И это 100% мне потом пригодится обязательно. Как-то я что-то вперед побежал, давайте я расскажу о первых впечатлениях после того, как я попробовал виски. Аромат, какие-то цветы, какие-то сухофруктов немного и спиртозности по сути нету. Нету никакой спиртозности. Приятный, добротный аромат был. Ну и первый глоток, он довольно мягко провалился. Но какая-то вот особенность мне не понравилась. Что именно? Это после выпитого, сделанного глотка, да, появляется какое-то жжение внутри. И жжение такое, ну, не очень приятное. У Наки Томпсона такого не было, да. Поэтому открыл, дал постоять, он уже больше месяца стоит. Я думаю, там все сбалансировалось. Скажем так, издержки, может быть, первого налива, да. Также я не сказал еще про технологию, но технология понятна, да, сделана в Шотландии, значит, классическая схема. Дата розлива, да, еще не сказал, какая дата розлива у этого виски. Это 17 июля 2018 года. Давайте к аромату переходить, уже можно, я думаю, смело. Не перестаю восхищаться Глинкернами. Класс. Что по аромату можно сказать? Цветочный, да, что-то из цветов. Дымность есть небольшая, незначительная. Ну, а больше, конечно, какими-то прям даже, наверное, фруктовыми конфетами. Фруктовые ароматы. Они тут на первом плане, только потом появляется дымность незначительная. По аромату что можно сказать? Да 4,5. Мне нравится аромат. Ну, вот, кстати, когда более глубокий вдох делаешь, спиртуозность где-то появляется в аромате. Ну что, давайте первый глоток, наконец-то. Ваше здоровье. Нет, ребята, нет. Опять же, то же самое, что и при первом наливе было. Проваливается мягко, легко и обжигает пищевод. Наверное, пищевод, я так думаю. Я не врач. Нюансы всех этих тонкостей не знаю, но прям вот в груди обжигает. Не очень приятно. Чувствуется, кстати, сухофрукты, да, цветы и дымность. Дымность есть. И вот это именно мой вариант. Вот не больше вот этой вот дымности. Итак, давайте второй глоток. Что-то я совсем мало себе налил сегодня. Ну, жара на улице, реально жара. Не хочется пить крепких напитков. Тяжело, они заходят. И только вечером заставляешь себя попробовать, продегустировать. Нежный аромат, приятный. Фруктовый в большей степени. Давайте сделаем второй глоток. Легко проваливается. Но вот ждет. Что-то там обжигает внутри. Не очень приятное ощущение какое-то. Не знаю, что это такое, почему. Наки Томпсон мне даже больше понравился. Почему больше понравился? Потому что у Наки Томпсона нету этого
обжигающего эффекта внутри. Он, может быть, он немножко жестче заходит, но ожога нету. Вот, наверное, поэтому мне больше Наки Томпсон и понравился. Но денег своих 900 рублей этот напиток точно стоит. В принципе, попробовать его каждый должен. Тем более, это как бы считается нашей, да, российской продукцией. Я всегда за наших производителей, чтобы они старались и стремились к лучшему. Да, дотягивались до зарубежных, самых авторитетных производителей. Поэтому, в принципе, он имеет место быть. Порекомендовать я его могу. За 900 рублей смело можно брать. Пить его в чистом виде можно тоже легко. Тем более, после там, третьего глотка уже ожога такого сильного нету. Послевкусие. Можно сказать так, на четверочку. Единственный его минус, это вот это вот при употреблении ожог пищевода. По поводу бокалов, да, внизу под видео будут все контакты Glencairn клуба. Посмотрите, у них там продукции очень много, да. Все равно какая-то магия в употреблении этих напитков именно из этих бокалов существует. Давайте резюмировать наконец-то, да, по поводу нашего Glen Eagles. Бутылочка пятерка, тут вопросов никаких нету. Аромат 4,5. Добротный, хороший аромат. Вкус. Ну, пускай будет четверочка. Все-таки 3,5 это мало. Вкус четверка. И послевкусие тоже четверка. В любом случае, за 900 рублей солодового виски, да, вы не найдете за такую цену за 900 рублей. Если только по какой-нибудь бешеной акции, как Магнит делал. Может быть, только в этом случае. Но это бывает там раз в год. А этот виски, он очень часто по цене за 900 рублей за 0,7 достойный напиток, и в чистом виде попить его можно, и можно попить его и со льдом, да, вот именно вот с этим бокальчиком, да, с миксером Glencairn. На этом, я думаю, можно заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. И как обычно, пейте напитки только качественные и, конечно же, только в меру. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока.